Всем привет, друзья! Это канал Outcast Games. Продолжаем с вами игрушечку под названием 13. 13-й чувак, 13-е все. А как включить? О, пятерочка, да? Пятерочка этот, блин, а их там что-то двое. Бынь! А где второй? Я вот не двигаюсь, тап-тап-тап. Не понял. А где он ходит? А, он за дверью. Ты не выходишь? Иди на крышу. Ты должен найти вход туда. Да щали, подожди. Тут, короче, чувак какой-то гуляет. Ассем! Ассем! Вообще-то ты... У тебя патроны не кончаются. Да ладно, окей. 30 штук он меня всадил вообще четненько просто. Бляха-муха! Всю аптечку просрал. Вот аптечка, спасибо. На крышу ты сказала? Вижу лестницу. Так, уже можно шуметь или нельзя? Судя по карте, в этом утёсе есть. Нет, еще нельзя. Используй свою кошку, чтобы спуститься туда. Прямо в щ... блять, куда-нибудь. В смысле, кошку спуститься туда. Патроны М16. Оп. Есть кто? Нет, никто. А, вот тут. Хорошо, сейчас спустимся. Что за звук? Да дай мне кошку. Яп. Ой, тихо, спокойно. Да, бляха-муха. Механизм плохо работает. 5. Хотя, может, лучше... Не, подожди, в шуме же нельзя пока что, да? Давай 5 тогда. А скажи, что у меня там по метательных ножах? 6 штук, окей, давай будем с ними. А ну смотри, не дайте это, ага, поднять тревогу, блин. Бу. Опа, уровень завершен. Ай, там оставалось, блин, минута или две, минуты, я не мог это. Освободите генерала Каррингтона. Все, можно уже поднимать тревогу. Да, можно поднимать, так что берем пекаль, наверное. А что у меня там еще есть? Давай возьму лучше М-ку. Как это мне... Ага. Так, сюда нельзя. Так, нейтрализовать это то же самое, в принципе. Теперь все равно уже поздно. Скажите вашим людям, чтобы они закончили работу. И чтобы никаких свидетелей, понятно? Я свидетель уже, видишь? Считайте сделанным. А что насчет Каррингтона? Так, надо подождать, пока не уйдут, правильно? Держите его под замком. Я хочу знать имена всех агентов, с которыми он работал по делу Шеридана. Если он отказывается говорить, лишите его сигар. Ой, это прям пытка, ты что, бляха-муха, прям пытчайшая пытяра, блин. Достигнута контрольная точка, а? Сохранение. Окей. Это... Да и хорошо, молодец, пушка, ты вообще клевая. Это пытки, ты что, лишить сигар, как так? Вы серьезно? Нельзя такие пытки давать, это ж человек не выдержит вообще. Я тут стекла вам все побью. Что такое? Что за звук? Что-то где-то подсветило мне или что? Так, где-то был тап-тап-тап. Подожди, вон там был тап-тап-тап, я видел. Есть тап-тап-тап? Ага, есть тап-тап-тап, смотри. То есть можно уже стрелять. Блин, чувак, ты там так стоишь, короче. Ух ты, блядь. Бассом. Бассаман. Сука, ёбну сейчас, блядь. Падла. А куда ты свалил? На нахер. Кабум, кабум-бум-бум. А куда ты свалил-то? Падла. Блин, вот приседать на букву С. Там кто-то бежал еще. 0 патронов, перезарядка. Ух ты, блядь. Спокойно. Ха-ха-ха, получил. Все. Ну что, экшен, экшен, экшен. Блин, мне дай, дай М-ку. Какая, четверка? Четверка М-ка. Хорошо, будем знать. Не понял. Че это?
Ага, бочку, да, ударь, конечно. Смотри, аптечка лежит. Вот тут тап-тап-тап был за дверью. Так, подожди, я... Это самое... Что это? Ноты какие-то или что? Я откуда? Я вон оттуда. Тут можно зайти? Опа. Здрасте, туалет. Есть кто? Ой, это открыто. А подожди, тут дробовик стоит, значит, кто-то должен сидеть. Ладно, никого. Тут у нас ничего, тут у нас там ничего, тут ничего, значит, сюда. По логике же нам сюда... Тихо. Что? Кто прячется тут? Возьми. Да вот надо именно два открывать, чтобы его взять. Серьезно. Там, это подожди, у меня 100%. А, еще и шлем тоже. Там смотри, бронька и шлем тоже считается. Че ты дышишь так? Что это? Это консерва, бери. Бери, в хозяйстве все сгодится. Гранаты, опа. Я гранатами еще, кстати... Автомат. Я гранатами, кстати, еще не пользовался ни разу. Не знаю даже, как они взрываются. Тут есть кто? Это камера допроса, да? Потому что стул стоит. Так. Ага, смотри, уже сидит, падла. Получил? Арбалет. Арбалетал. Туннель 3. Speed limit 50. Да я тут выше 1 километра не хожу никак. Не, не хотя. 1 километр в час, вы чё? Не, я хожу быстрее. Опа. Граната М16. Это пригодится. Поехали. Ты правильно поехал? Вверх или вниз? Я не знаю. Не работает. Вверх. Мы едем вверх. Ой, там кого-то убивают. Спокойно. Бляха, тут прям убили. Перед лифтом. Кто убил-то? Бляха, чувака завалили. Ни за что просто. Ах ты падла. Ни хрена ты модный. Блять, патроны. Сука, патроны подводят. Почему у меня так патронов мало в обойме? Мне надо 72. Ну хотя бы 69. Сейчас как шибану с подствольника, будете знать. Сюда нельзя, сюда нельзя, и сюда нельзя. Никуда нельзя. Ну, стул мне не надо. Ну, тут закрыто, да? Ну, конечно. Как же... А, подожди, а вот это здание? Вот сюда можно? Подожди, а как... Или через окно просто зайти? Окно не разбивается, нифига себе бронированные. Так-то не прикольно. А как мне туда попасть? Ладно, мне я вижу куда. Я вижу куда мне. Достигнута контрольная точка. Ой, куда-то ползем, куда-то лезем, я не знаю. О, сюда можно? Да? Так, давайте потихой будем идти, чтобы меня, нас не услышали. Ой-ой-ой. Может быть, туда не надо? Блять, туда надо, что ли? Чуде... Ты хочешь, чтобы я туда спустился? Ты серьезно? Я что-то не очень хочу туда. Так, хорошо, давай оно перепи... А как... Не попал.
Это просто чувак был. Блять, думал ему на башку спрыгнуть. Да взял же голимую пушку. Сука, дай что-нибудь. Ох ты, падла! А как ты так простреливаешь? Слышь! Ты, сука, ж не дохни. Блять, дай мне пушку, нормально. Четверка! Да пятерка! Да эй, а где М-ка? Как М-ку-то достать? Блин, у меня жизни вообще херня. Придется использовать все аптечки. Вот еще аптечка. Шлем просто... А, не, мне броньку всю выбили. Ах вы, бляха! Я только вас... Че это, пекаль? Книги, это мне не надо. Что тут, что тут? Стекла. Ну нахрена мне стекла хоть бить? Что сделать? Наверх? Зачем наверх? Вот это? Нет. Ты кустай! Здорово, чувак. Граната, патроны М16. Тут больше ни хрена нету. Сюда? А где ключ, чувак? Эй, слышь, где ключ? Я что-то тут не увидел? Я не увидел дверь, да? А вот, а там ничего нету. Хоп. Тихо. Ага. Бронированное стекло, чувак. Ща толпа набежит, ща будет бойня. Бойня, бойня, бойня. Бери документы, взял? Магнитная карточка, окей, что это? Граната. Ща будет бойня жесткая прям. А они откуда зайдут? А они отсюда зайдут. На. Мне надо М-ка. Ах ты, сука. А он так и будет стоять? Ага. Хреноватенько попал. Ну, мне гранат не жалко, чуваки. Ловите. Хе-хе-хе-хе. Как включить темку? 6. 7. Семерка, аж ни хрена себе. А где-то был еще один с красной кепкой. А не один. Граната, блядь! Ух ты, ни хрена себе попало так. Ой, оглушила меня. При... А тебя не оглушило, да? Ты нормальный. Окей. Там еще кто-то был. Ты, блин, жесткий парень. Пим. 7. Хотя МК что-то не очень здесь, если честно. Контрольная точка. Хе-хе. Эй. Ну что, Карин, кто? Где твоя самоуверенность, а? Вот она. Блин, тут жесткие ребята, реально, реально жесткие, просто тупо они вышмаливают только так, только просто в путь, берут и шмаляют. Сюда надо? Нет, сюда не надо. Что у меня там по жизни? 88, 174, нормально, там была контрольная точка, надо сохраниться, подожди, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сюда можно? Можно. Туалет. Кто есть? А зачем я сюда зашел? Хоть бы зеркало повесили, как это в туалете нету зеркала, вы чё? Сука, сейчас вы меня выбесите, реально, выбесите, я сказал. Ну-ка, тихо. Бляха, везде трупы. Капец. Ничего? О! Я тут не... Ты слышишь меня, сынок?
В смысле? Че у меня 100% жизни? Тебе больше нечего доказывать в спецу, сынок. У меня есть чё? Геройское задание для тебя. Я должен допросить этого человека. Какого? Ты че тут... Кто-нибудь даст мне мои чертовы сигары? Заткнись, Гаррингтон! Почему подожди. Поставили сюда именно меня? Так а туда? Я вылезу на... Я же не вылезу назад. Я сплю? Да. Не могу поверить своим глазам. Здорово. Мой лучший человек жив. В смысле? Твой. У меня есть отмычка, смотри. Смотри, я даже могу вот сюда тыкать и открою тебе камеру. Торопимся, они скоро вернутся. Видал, какой я крутой? Воздух открываю. Вот ваш передатчик. Сопровождайте, бляха-муха. Это надо, чтобы он не сдох? Это плохо. Джонс, ты слышишь меня? Что? А ну, открывай. Ты имеешь в виду амнезия? Да, у меня, прикинь. Ой, камеры. Как это, поклацать? А, мои сигары. Ну что за придурок? Давай разберемся с ним. Готов? С кем? Готов, сынок? Да не знаю. Может, меч взять? Эй, мальчик на побегушках, иди сюда, мне нужно отлить. Я убью его! Четко, да? Отлично. Тихо, стой! Прикрой меня. Сука, 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 блин, подожди, у меня нету слов. У меня слов нету, блядь. Так, есть, попал, блядь. И вообще такая паника. А где, куда генерал делся? Эй. Эй. А где он? Генералиссимус. Не понял? О, а ты тут, привет. А я-то тебя ищу, думаю, ты где застрял. Сюда. Иду. За базой есть горнолыжный подъемник. Я, ага. Бля, что-то вообще как туплю, да? Ну, в смысле, не могу ничего говорить. Ой, как дурак. Реально как дурак. Мне ж самому противно, серьезно иногда бывает. Вот это, блядь, сижу и тупо молчу. Чё молчать, блядь, если надо все говорить? Вот. Привет, генерал. Опа, уровень завершен. Все нормально. Эмеральдовая база военная. Мы свалили. Юху! А мы, кстати, похожи с ним. Смотри. Одинаково, синхронно прям. А генерал, смотри, не промок или кто это? Эти идиоты еще так и не починили эту станцию. Та-та-та-та-та-та-та. Используйте подъемник, чтобы покинуть базу. Генерал, конечно, должен остаться жив. Блеха-муха. Дайте контрольную точку, пожалуйста. Давай, сынок, нам нужно найти этот предохранитель. Хорошо, папаша. Пойдем, найдем твой предохранитель. Так, спокойно, надо втихую, правильно? Втихую у нас поможет арбалет. Что-то лагать начало, нет? Избавься от этих клоунов, я скоро буду, Джонс. От каких клоунов? Не вижу их. Чё ты встал? Я тебе не говорил. Ага, вон вижу одного. Басом, не убивается басом. Ой, хорош, он сам на ракету налетел. Молодец. Блин, алярм. Алярм это плохо. Кто алярм? Где алярм? Ох, прямо в правый левый глаз. Все, что ли? Эй, никто не видел ключ от склада.
Он у Анива. Он у кого? У Анива? А кто говорил? Тут никого нет. А кто говорил-то? Кто разговаривал только что? Никого не вижу. Спокойно. Так, я десантировался внутрь. Ты умеешь дверь открывать? Опа, что это? У вас нет предохранителя. Ай, блядь, это сюда надо предохранитель принести. Окей, а где же он есть? Привет. Здорово. Спасибо. Вот и предохранитель. А не, не предохранитель, это пас. Паскод. Паскуд. А стой, а куда, где? Сюда можно пройти? Можно, оп-оп. А зачем? Ага, вот сюда, да? Нет. А куда? Короче, надо где-то предохранитель найти. А где он? Подожди, где он может быть? Предохранитель, предохранитель. Это выход на улицу. Значит, где-то еще? Опа, десант! А что я дверь эту не заметил? Опа. Сюда нельзя? Нельзя. Почему? Где предохранитель? Эй! Как тут... Ага, ага. Я нашел вход куда-то. Опа. А это рычаг. Я думал, это разговаривать. И что? Люлька не едет. Накачать надо? Бляха, предохранителя что ли нет? А где его искать-то? Я не пойму. У кого-то есть что ли в кармане? Где этот предохранитель? Ну тут смотри, вроде я убил чувака, у него нету. Там внизу тут, может сюда? Что-то не хочется туда прыгать. А где же предохранитель тогда? А ну да, а вот тут дверь закрыта, да? Нет, тут дверь открыта тоже, но зачем? А, предохранитель. Как он выглядит и где он вообще есть? Не, нет предохранителя, бляха. А где же он? А это не ворота? Блин, может, генерал знает? А, у меня ж паскод есть. Значит, вот сюда можно зайти. Да? Да, можно, смотри. Опа. И тут никого нет. Вот это... Бля, я думал, это... Вот, есть предохранитель. Вот это... Бляха! Ты дурак. Все чисто. Джонс ждет нас внизу. Так, а подожди. В смысле, шмеш-шмеш-шмеш? Откуда? Прикрой меня. А откуда вы взялись-то? Где они? Бляха, он бегут. Где генерал? Сука, где? Алярм! Трое? Вроде трое бежало. Все, погнали. Алярм тебе, алярм. Хотя нам надо было подствольником шибануть. А, сюда. Генералиссимус, проходите, где вы там? Эй! Не понял. Ты дурак, что ли? Нужно убираться отсюда, к черту. Подожди, теперь надо найти, куда вставить предохранитель. Блять, а предохранитель-то вставить вот сюда где-то, да? Я не помню уже. Наверное, где-то вот тут. А, вот. Баньк. Вставляй. Хорош. 7. Включите подъемник. Поподъемили. Эй, генерал. Где ты там? Включим сейчас подъемник. В чем проблема? Я что? Я на рычаг всего-навсего дерну, он поедет. Все, поехал. Встретись с Каррингтоном перед кабиной подъемника. Где кабина? Внизу. Бляха, как-то понять, куда идти?
А, иду, иду. Подарок, пушка. Где? Да хорош, да, эй! Нихера ты живучий, блин. Все? Какой подарок, эй? Именная пушка, где ты? Сюда. Они не позволят нам просто так уйти. Снайперская винтовка. Ты хочешь, чтобы я сейчас вылез туда и шмалял снайперской винтовки или что? О, есть, уровень завершен, отлично, как раз закончим на этом. Интервьюон, ебёртма. Твоя амнезия все испортила, сынок. Черт, мы были так близки к цели. В ту ночь, когда исчез, ты должен был идентифицировать номер один. Но, по-видимому, это тебе сейчас ни о чем не говорит. Послушай, всего их 20, сынок. 20 заговорщиков, прячущихся за номерами. Стив Роланд был одним из них. Пресловутый номер 13. Он убил президента. Но сообщники предали его и наняли мангуста, чтобы он его ликвидировал. В смысле? И сегодня так он как... действительно мертв. А кто тогда я? Ага, действительно, кто я тогда? Если не это, не 13-й. С... Предикарный Джонс. Так, короче, давайте закончим на этом, пока там ничего не началось и всякая херня, не знаю. Так, а подожди, я что-то не понял, ну, конечно, ладно, потом, может, нам расскажут, кто я такой. Все, всем спасибо за просмотр, ссылки на плейлисты в описании, комментируйте, и всем до встречи в следующей серии игры под названием 13-й. И все, всем пока.